больное воображение производителей рождает порой гениальные идеи, которые далеко не всегда оказываются удачными и нуждаются в доработке. В обзоре на Сквидут RDA мы расскажем о том, что не все гениальное бывает простым и удобным. По-китайски добротная коробочка выглядит приятно снаружи и страшно внутри. Как только вы вскроете упаковку, вашему взору предстанет огромное количество адаптеров для стоек и довольно стильный гаечный ключ. Разобраться во всем этом многообразии можно только путем научного тыка. Каждый такой адаптер-патрон предназначен для койлов, изготовленных из проволоки разной ширины. Зажим так называемой цанги происходит по принципу шуруповерта. Метод крепления спиралей крайне прост в теории и чрезвычайно необычен на практике. Есть три причины, из-за которых стоит задуматься перед покупкой дрипки Сквидут. Во-первых, морока с выбором правильного патрона. Во-вторых, подбор правильной длины ножек спиралей, которую при установке нужно будет наклонить к обдуву. Ну и в-третьих, сами патроны имеют свойство проворачиваться при закручивании. Если вы настоящий койл-билдер эстет, то вы будете буквально орать, когда в очередной раз цанга начнет плести косичку из ножек спирали. Более того, нам кажется, что затягивать обыкновенные винты под отвертку быстрее и удобнее, чем каждый раз подлазить гаечным ключом, который еще и потерять можно. Но не только в стойках дело. Нам очень понравилась система обдува с двумя отверстиями на каждый койл. Первые обдувают непосредственно саму спираль, а вторые же подают воздух вниз, увеличивая обдуваемую площадь намотки. При полностью открытом обдуве тяга получается довольно свободной. При наполовину закрытом появляется вполне себе неплохой вкус, хотя его не назовешь хорошим или крутым. Впрочем, по затяжке Сквидут RDA действительно отличается от многих атомайзеров. Из-за такой системы обдува пар получается очень мягким. Но, к сожалению, спустя пару недель использования появился серьезный недостаток. Дриптип Сквидуда перестал плотно держаться в основании и начал постоянно вываливаться. И омрачает это все дело тот факт, что это проприетарный дриптип, не 810 формата, так что заменить его на свой не получится. Сквидут крайне интересен как новаторский атомайзер с необычными решениями базы и обдува. Однако из-за своих инноваций рекомендовать его можно только тем, кто готов мириться с неудобствами поначалу, ради новых ощущений после. Мы благодарим Vape House за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и раскручивайте гайки российскому вейпингу.